В гимназии номер 2 имени Александра Сайтиева состоялся семинар учителей русского языка и литературы. На данном мероприятии преподаватели всех общеобразовательных учреждений города обсуждали тему внедрения новых способов ведения учебного процесса. Это как добавление современных технологий или же использование газетных жанров. По словам участников, с каждым годом такого рода мероприятие помогает им делиться новой информацией и улучшать процесс передачи знаний детям. Ежегодный в год 4 семинара мы проводим по школам по графику, но 20 лет мы проводили по школам, значит, мы приходили на уроки, смотрели, а сегодня мы проводим на базе школы в каникулярное время. Помимо учебной части, ученики гимназии номер 2 провели показательное выступление, после чего был проведен небольшой брейн-ринг, где школьники демонстрировали свои знания и логику. Как отмечают учителя, семинары помогают им не отставать от прогресса. На них они делятся своим опытом и впечатлениями от использования разных методов обучения, делая на данной основе выводы. Но я хочу сказать, что даже вот каникулярное время, вот посетив этот семинар, хочу сказать, что каждый из нас, значит, должен идти впереди вот времени, значит, даже знать, быть лучше всех событий. И я хочу сказать, что сегодня вот посетил 2 урока, что учителя работают, что они стараются, значит, дать больше детям. По завершении мероприятия учителя поблагодарили всех коллег, которые тепло приняли их в стенах своей школы. Данный месяц объявлен месячником русского языка. Намечено большое количество конкурсов. Это, по словам учителей, вызывает лишь положительные эмоции, так как это будет способствовать развитию сферы образования в направлении одного из самых важных школьных предметов – русского языка. Всегда семинары наши учат учителей работать. Учат. Они с тем и функционируют, что должны учиться учителя, учиться работать в свете современных требований. Наши семинары все, без исключения, связаны именно с современным подходом к нашей педагогике, с современным требованием вот всех тех норм, которые мы должны выполнять. Азамат Мусалчиев, Мажид Булатханов, информационная программа «Пульс».